В администрации города акцентировали внимание владельцев пляжных территорий на том, что у работников обязательно должна быть униформа, дающая понимание туристам о том, кто перед ними – спасатель или сотрудник службы безопасности пляжа. Согласно инструкции, охранникам при любой нештатной ситуации необходимо вызвать сотрудников полиции или Росгвардии. По поручению главы Сочи Алексея Капайгородского сегодня начались проверки пляжных территорий на предмет проведения инструктажа с работниками, отвечающими за безопасность. Специалисты также дополнительно проверяют наличие и условия договоров, заключенных с охранными предприятиями. Проверяется все, начиная от работы спасателя до наличия обязательных информационных стендов с размещенными на них правилами поведения. Кроме того, с сотрудниками пляжей проводятся профилактические беседы на предмет их действий при возникновении конфликтной ситуации. На каждом пляже должен быть сотрудник ЧОП в соответствующей форменной одежде и кнопка тревожной сигнализации для вызова группы немедленного реагирования. Помогают в обеспечении безопасности на пляжах и камеры видеонаблюдения. Также в администрации Сочи работает телефон горячей линии по вопросам курортов и туризма. Позвонив туда, граждане могут получить любую информацию, касающуюся пляжных территорий города, или сообщить о каких-либо нарушениях.